О том, что российская наука нуждается в структурной реформе, говорилось неоднократно. Специалисты считают, что главная проблема заключается в том, что в России нет спроса на прикладную науку, и это сказывается на фундаментальных исследованиях. Действуют общие рыночные законы. Взаимосвязь спроса и предложения в области теоретической физики изучал наш корреспондент Игорь Рискин. В советские годы у Московского физико-технического института был главный заказчик – военно-промышленный комплекс. Тяжелые времена, наступившие для ВПК, ударили и по фундаментальной науке. Главная потеря – кадры. Кандидаты и доктора наук бросили физику или уехали. На стене в кабинете ректора плакат из Калифорнии – «Силиконовая долина». Сегодня многие московские физики работают там. Первая причина – это не зарплата. Зарплата стоит на втором месте. А первая причина – это то, что отсутствует современное научное оборудование, и просто, значит, человек понимает, что он окажется неконкурентен с западными коллегами, по сравнению с западными коллегами, работая на устаревшем оборудовании. На курсе физтеха, который заканчивал Кирилл Крымский, учились 70 человек. В институте остались двое. Некоторые сокурсники Кирилла работают в банках. А Крымский в 27 лет – доцент, заместитель декана факультета общей и прикладной физики. Платят за это гораздо меньше, чем в банке. Он не осуждает тех, кто ушел. Волнует Кирилла другое. Само название «физтех» стали забывать. Часто среди моих ровесников спрашивают, что я закончил. Если говоришь «физтех», переспрашивают, говорят, это физкультурный техникум или... Это обижает, но Крымский не может даже представить, что когда-нибудь отсюда уйдет. Там тоже с первого отлично пьют. Ну вот скажите, вы чай с сахаром пьете? Обычно. Вы замечали, что в горячем чае сахар быстрее растворяется, чем в холодном? С чем сегодня может выпить чай сам доцент – вопрос, так и не утративший актуальности. В физтехе зарплата сотрудников может отличаться в десятки раз. То есть государство платит всем примерно одинаково – 2-3 тысячи рублей. Но ученые осваивают гранты и новые заказы. Лаборатория физики неравновесных систем благоденствует. Соединенным Штатам нужен гиперзвуковой самолет. Такой, чтобы из Нью-Йорка до Токио долетал за 2 часа. Плюс его военная модификация, плюс космическая. За исследования американцы платят $1 миллион. Сейчас фактически, мне кажется, определяется будущее нашей страны. Так сказать, будем ли мы державой, которая занимается, значит, экспортом вот, природных, значит, нефти, природных ископаемых различных, и вот вокруг этого строить свое будущее, либо мы будем, так сказать, высокоразвитой державой. Ставить науку на коммерческие рельсы или рассчитывать на бюджет? Какие разработки нужны прежде всего? Научное сообщество может искать ответ на такие вопросы и новые пути развития самостоятельно, но не прочь рассмотреть государственные инициативы. Если есть общая идея, общий вектор движения, который как-то воспринят научным сообществом, образовательным сообществом, ну вообще так имеет поддержку, и ясно, в каком направлении, как мы будем двигаться, так, то тогда наши действия каждый день, вот такие чисто, может быть, тактически, становятся всегда более эффективны. Пока же ученые ждут того момента, когда научные приоритеты станут частью национальной политики и будут определяться на государственном уровне. Игорь Рискин, Константин Мучник и Денис Новоселов. Вести, Московская область.